Привет, это Дима. И моя обзорная экскурсия по московским изоляторам продолжается. Посадили, но засиживаться на одном месте не дают. Не успел я отойти от внезапного переезда и обжиться на спецблоке водника, как снова готов принимать ваши поздравления с новосельем. На сей раз переехал я внутри тюрьмы. Впервые за время ареста оказавшись не на спецах, а в общем корпусе. Грубая недоработка оперов или желание показать, как сидит простой народ? Так или иначе, теперь я имею представление об этом. Сидит простой народ, если надо охарактеризовать это одним словом, тесно. Нет, не так, тесно. На той же площади, на которой мы ютились, как мне казалось, впятером, сейчас проживает 14 человек. Из этого обстоятельства следует большинство других. Как со знаком «плюс» – сплоченный веселый коллектив, так и со знаком «минус» – очередь в туалет каждое утро. Большинство, но не все. Как, например, объяснить, что в одном корпусе тюрьмы горячая вода есть, а в другом ее включают на час в сутки? В этом вопросе мне предстоит разобраться, если, конечно, моя экскурсия по местам лишения не продолжится. 14 декабря 2022 год.